Всем привет! С вами я, Эппл. И сегодня Хэллоуин! Ура! Брайан, скажи, ты готова к Хэллоуину? Нет, Эппл, я не готова. И вообще не считаю нужным отмечать этот праздник. Он не такой уж и распространенный. Что за глупости? Праздники созданы для того, чтобы их отмечать. И считаю, что это такой же праздник, как и остальные. А к Новый год и день рождения. Или Рождество. Делай, что хочешь, Эппл. Вот и буду. И сегодня я буду вырезать тыквы. Ура! Это традиция, которая пришла еще когда я была маленькой. Давайте же, я покажу, как это делать. Бэр все-таки решилась мне помочь. Так, возьму вот такую тыковку и намечаю на ней ее мордочку. И мне еще нужно срезать верхушку. Вот что мне получилось. И внутренности тыквы я должна жить на тарелку, а точнее всю ее бегать. Вот так мне получилось. Теперь, если хотим, можем поставить свечку внутрь тыквы и зажечь ее, и она будет красиво светиться. Но я сделала это позже, и вот такая красивая тыква мне получилась. Брайер, покажи, какая тыква у тебя получилась. Брайер, ну чудесно! Ты большой молодец! Спасибо. Ребята, смотрите, я пошла в магазин и увидела вот там вот такую интересную масочку. И да, я ее надену, и в этом я буду на Хэллоуин. Она очень миленькая. Сейчас мы с Блотипа пойдем за конфетами. С Хэллоуин у вас. Спасибо.